Я всех в очередной раз приветствую. Смотрите, такая проблема течет кранбукса. Ну, это краник такой от фильтра для воды. Чтобы устранить, надо кранбуксу выкрутить. Первое, что делаем, перекрываем воду. У нас идет через такой бак. Сливаем все, что есть. И разбираем краник. Так, ну я и тут перекрою. И выкручиваем кранбуксу. Так, надо тряпочку, вода не стекла еще. Все. Вынимаем и сейчас пойдем ремонтировать. Вот так выглядит наша кранбукса вблизи, и давайте разбирать, смотреть. Такая тут резиночка. Тут, конечно, все подокислилось, подзакисло. Вот здесь поддеваем в отверстие и вынимаем. Это типа замочек керамический, видите, вот так открывается, вот так закрывается, когда вращается. И наша задача вот эту часть вытащить. Вытащили и смотрим. Здесь вот у нас втулка. Вот если видно, то вообще стерлась, видите, тоненькая, притоненькая. Ну вот если резкость. Вот такая тонюсенькая. Сейчас мы сюда намотаем медную проволочку. Вот на это место. Сейчас я все почищу. Две резиночки, они еще хорошие. Здесь тоже это все сейчас промою, прочищу. Все я почистил. И в общем смысл какой? Смотрите. Вот сюда нам нужно сделать колечко из медной проволоки. Вместо вот этого изношенного. Просто для того, чтобы, ну как вы понимали, вот эта часть сильнее прижимала вот эту керамику, вот эти керамические части. Оно вот так, видите, должно быть плотно прижато и вот так работать, открываться, закрываться. И вот это колечко, когда вытирается, часть эта немножко отодвигается, ну и получается, здесь зазор получается между притертыми вот этими керамическими втулочками, и начинает вода подтекать. Берем провод, самый простой, вот такой медный. Это от какого-то светильника, но он где-то 0,75 квадрата идет. Зачищаем. Нам всего лишь потребуется один виток, поэтому много проволоки не понадобится. Делаем один виток, ну выравниваем, естественно, все это дело. Ну вот так должно получиться. И берем бокорезы, раскусываем. Вот у нас получилось колечко. И это колечко выравниваем, чтобы оно было ровное в плоскость. И вот так. Колечко выровняли. И примеряем, смотрим. Подогнали мы наше колечко. Практически оно плотно в упор село. Смотрите, что делаю. Заложил наше изготовленное кольцо в середину кранбукса. И теперь устанавливаем наш рычаг, который поворачивается туда-сюда. Вот таким образом. Видно? И теперь мы его подожмем утконосами. Поджал. Далее ставим керамические части. Смотрим сюда, видите, все у нас установилось. И ставим ответную часть. Здесь имеются пазы.
пазы заводим. Все вот так вот защелкнулось. И как видим, вот так видно, открылась, закрылась, открылась, закрылась. Ну и обратно резинку. Все, ну там ее прижмет. Еще смотрите, небольшая доработочка. Колечко вот это сделал плоским при помощи вот этого ключа. Он как тиски все жмет. Потому что тяжело букса ходила. Я поставил посмотреть. Мне не понравилось, решил переделать. Собрал обратно. Устанавливаем. Так, так, по очереди. Все, не течет. Отлично. Починилось.